Привет, ребят. Речь сегодня пойдет об игроке. Опять-таки из Панка Промо. Игрок с ником Мистер Престижа. Игрок этот ранее был в нашем полку коты. Подозрения не вызывал. По какой причине? Играл он редко, он с Дальнего Востока. Играл поздно, редко, но метко. Однажды даже в одном бою он уничтожил 7 противников, 7, из полка ПВВД. Вот его статистика. В этом повторе я вам покажу свою аналитику, а вы сами для себя решите, читер игрок этот или нет. На мой взгляд, этот игрок читер. Причем он такой рак. Блять, я не думал, что он так херово играет. Я никогда за ним не наблюдал. Сколько я был с ним в полковых несколько раз, я считал, что ему везет. То есть такие моменты были, я не видел от его камеры. Но, глядя теперь этот бой, я посмотрел уже 2 боя с его участием, это третий, я вижу, что это Рачело просто жесть. Он, блядь, он играть не умеет. Он играет так, на удачу. То есть он, ну, от фонаря играет. Сейчас мы поглядим, как это выглядит с его стороны. Вроде бы, как все честно, да, прижимается, правда, игрок, чтобы не выглядеть. Играет, кстати, вот так, да, не особо. Он стремится кого-то грохнуть. Ну, спарится он в одном моменте, в другом. Вот смотрите, Лоррейн там двигается, да, этот. Он сделал вид, что его не заметил. И вот здесь вот так он выезжает на него. Теперь смотрите. Вот здесь 85-я. Вот тут он спарится. Вот он останавливается и ждет ее. Она не едет, сука. Но он ждет ее. Вот она выезжает, он ее ждет. И смотрите. Смотрите, блядь, куда он ей стреляет. 125 пробой, и он ей ебашит, блядь, в ЛД, блядь, в эти, в гусеницы. Но это надо быть долбоебом, чтобы туда стрельнуть. С ушки 85-й. Причем какой? М-ки, что ли? Где она у нас? Сприо. Да, М-ки, блядь, ебанат. Простите, ебанат. Ну, вырвалось. Так оно и есть. Прости меня, Престижа, но это, блядь, долбоебизм так вот стрелять. Плюс, получается, ты нас обманывал. На мой взгляд, имею право. Ты обманывал нас, пиздец. Ты сейчас обманываешь своих ребят из Панка Промо. Вот далее смотрим. Вот тут он сильно спалился, конкретно. Вот тут попал он, блядь, по зеленому. Вот здесь у нас вот КВшку. Не пробил. То есть парень играет вот так, вот видите, раз. Знающий играет, мы сейчас уберем вот эти вот штучки, надписи. Я сделаю ускорение, чтобы поднимать. Я уверен, что он читер, ребят, будут еще бои с его участием, будут просмотры повторов. Я вам сейчас быстро покажу, а вы сами скажите, читер или нет. Игрок едет, зная, куда ехать. Вот они, смотрите, скопление танков противника, он делает, что их не видит, и поворачивает на них. Прощел он, блядь, полный. Смотрите, 34-ка, 85-я стреляет по танку, вдогонку, блядь. Он едет ей в лобешник, сука, на М18-м. У нее КД там, блядь, 6,5 секунд. И он едет на нее догонять, пытаться ее ёбнуть. Блядь, смотрите, что он делает. А теперь он съебывается, да? Смотрите, что дальше происходит. Просто, блядь, это чувак со статистикой вот такой. Это чувак вот с такой статистикой, это пиздец, блядь. Вот его история смены полков. Как же, блядь, я раньше был слеп, не знаю, чё я за тобой, почему я за тобой не посмотрел. Ну, попался ты здесь. Мистер Престижа. Вот он теперь... Кстати, бомбы тоже бросает читер однозначно. То есть так бомбы бросают чуваки, у которых бомбовый прицел присутствует. Смотрите. Проход, заход. Заходим мы сразу же на зенитку. На движущийся. Раз, смотри, как бомбы бросает он. Оп, и бросил. Блять, на болте так бомбы бросать, это пиздец, блядь. Надо быть скилловым пацаном. Все. Бросил он потому, что у него бомбы
со штурмовым взрывателем, и чтобы себя он не уничтожил, такой дистанции бросает. Ну, блядь, чтобы попасть, тут надо еще метким быть. Вот так же сейчас он. Вот такой у нас парень. Ракеты тоже бросает по кружочку. То есть прицел у читеров тоже. Видите попадания, какие происходят? Ну, судить вам, судите сами. На мой взгляд, это читер. Предыдущие видео я посмотрел, это, блядь, вообще пиздец там. Такое ощущение, что это ребенок играет. Хотя, возможно, он играет ногами. И думает попой. Сейчас он выйдет, наверное, покинет бой. Прошлый бой он покинул. Да, он покинул бой. Он так отыграл на Хелкате, выехал на болте и покинул бой. Вот, ребят, вот такие вот пирожки. Спасибо всем за поддержку, за внимание, за понимание. До новых встреч. Пока-пока.